Сегодня 3 июля, завтра один из главнейших праздников США, это День независимости Америки. Провозглашен этот день был 4 июля 1776 года. Вот. И завтра будут празднования весь день. Как правило, американцы празднуют семьями на барбекю. Это в основном барбекю. Жарят мясо. Ой, светлячки, ничего себе. Жарят мясо. Как правило, проводят время со своими близкими. Все государственные учреждения будут закрыты. И вот что самое интересное, я сейчас вот иду по улицам и просто не души. Все магазины... Да, практически все магазины закрыты, пахнет барбекю, кто-то уже петарды взрывает или какие-то мини-салюты я слышу. То есть люди уже за сутки начинают отмечать праздник, День независимости.
Дубль 2. Отдохнули, едем дальше. Я только хотела сказать, что людей нет на улице, все вымерло. Ну, не то, что прямо нету, конечно. А мало людей. И так как только начали записывать, сразу прибежала вообще куча людей со всех сторон. Нет. Ну что, погнали дальше. Мы приехали ровно за час до салюта. Людей очень много, естественно, все движение перекрыто. Я очень надеюсь, что мы найдем очень хорошее местечко. Мы кое-как пробились через вот это все. Люди вот так вот сидят, пикник у них. Прям вот сразу напротив. Вот там вот будет салют. Развивается.
закончился салют. У меня такое ощущение, что я на какой-то вечеринке. Одна молодежь осталась. Мы сейчас пережидаем время, чтобы потихоньку выдвигаться к метро, потому что сейчас вообще нереально выйти. Хочу заметить, что все ведут себя достаточно прилично. Я не вижу здесь пьяных, там валяющихся каких-то, каких-то разборок нет совершенно. Очень все достойно и, ну, дружеская атмосфера, классно. Сейчас уже 11 час, очень много людей с детьми, дети не спят, естественно. У всех куча энергии. В общем, мы сейчас ушли, а в парке еще очень много людей осталось на пикнике. У меня какое-то подозрение, что они с ночевкой будут тусить там. Да, и вот так вот мы сейчас не можем выйти к метро просто.